ведь наши сегодня и вечно. Все они живы, все они живы, все они живы, все, все, все. В Химках на пересечении проспекта Мира и улицы Победы прошло одно из главных и одно из первых торжественных мероприятий сегодняшнего дня – возложение цветов к вечному огню. Сегодня здесь на площади собралось много людей, много приглашенных, но, конечно же, главные гости – это ветераны. Здравствуйте! С праздником! Праздником! Доброго вам здоровья! Спасибо! Трудитесь на благо нашего города! Стараюсь! А мы будем с вами. Хорошо. Если бы не дружба наших народов, мы бы не победили. И если бы не труд тружеников тыла, которых называют сейчас, их пора давным-давно называть вторым фронтом, потому что они с первых дней войны ковали нашу победу. Сегодня мы с вами празднуем 68-ю годовщину великого праздника нашей великой победы. Участники Великой Отечественной войны, ветераны, дети войны, узники концлагерей – это те, кто отдавал свои жизни и здоровье для того, чтобы мы сегодня здесь, под этим чистым, высоким небом, могли с вами жить, растить детей и развивать нашу страну. Мы обязаны в своих сердцах хранить любовь к этим людям, хранить историю тех дней. Наша святая обязанность передать подвиги наших дедов, отцов, а кого-то уже и прадедов, своим детям, внукам. И мы должны все это сохранить. Я поздравляю всех собравшихся здесь, а прежде всего ветеранов войны, тружеников тыла. Желаю всем здоровья, добра. Здесь на площади собралось очень много химчан. Они пришли не просто посмотреть, а тоже возложить цветы к вечному огню. Здравствуйте, скажите, кому вы здесь будете возлагать цветы? Мы будем возлагать цветы к обелиску упавшим героям, потому что в нашей семье тоже участник войны, дедушка наш. Минута молчания. В нашей семье 5 человек ушло из жизни во время войны. Это мой отец, его брат, мамин брат, значит, тетя с ребенком. Итого остался я с одной стороны и дедушка с другой стороны. Всю средину немцы вышибли. Ведь наши сегодня и вечно, все они живы, все они живы.